Более 100 спортсменов Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Казахстан стали участниками традиционных соревнований – открытого Кубка Омской области по кудо. Современное полноконтактное единоборство, созданное на базе карате, дзюдо и тайского бокса, в нашем регионе развивается стремительно. Буквально за несколько лет количество ребят в секциях возросло в разы. Дети растут, есть те, которые занимаются меньше года и уже показывают какие-то движения, да, техники какие-то, уже начинают думать, как в атаку войти, выйти из атаки, да, закрутить соперника. Большой плюс, что иногородние ребята приехали и есть с кем поменяться опытом, да, Новосибирск, Кемерово, да, и так далее, другие регионы. То есть не только среди омских спортсменов соперничать, да, а это большая помощь друг другу. Представительной делегацией на омские соревнования традиционно приезжают новосибирцы. Более 30 кудаистов из соседней области в этом году составили достойную конкуренцию в борьбе за кубок. Город достаточно близко располагается к Новосибирску. Плюс уровень бойцов очень хороший. То есть приятно работать, приятно накатываться. С ними уровень наших бойцов поднимается. Ехать куда-то просто забирать кубок неинтересно. А с этими всегда интрига, кто же в конце будет чемпионом. Это очень трудно, но я выигрываю благодаря своей тактике и учению моего тренера Дениса Викторовича. Меня папа отвел после тренировки, и мне получилось, что мне так очень понравилось. А нравится мне, потому что мне нравятся жесткие удары. Спорт меня отвлекает от всех моих проблем, от стрессов, от всего. Мне он очень нравится, это лучше, чем танцы или что-то еще. Клементию Кудрину 6. С первых секунд финального боя Амич атакует. Непростой поединок, но решением судейской бригады победа за Климом. Я хочу стать сильным и всегда везде побеждать. Ну вот ты сегодня чемпион. Почему ты расстроился? Потому что, мне надо было... Выяснилось, что наш чемпион не по годам самокритичен. Ты установку тренера не выполнил, поэтому расстроился. По итогам соревнований в турнире до 12 лет первое общекомандное место заняли омские кудаисты. В соревнованиях у бойцов старше 12 превосходство в 2 балла позволило новосибирцам увести кубок. Впереди омских единоборцев старше 18 лет чемпионат Сибири, который пройдет в ноябре в Томске.